3 сентября состоялась торжественная линейка во дворе первого корпуса СамГТУ. На ней присутствовали первокурсники, которые поступили в наш университет, а также профессорско-преподавательский состав. Здравствуйте, дорогие первокурсники. Здравствуйте, студенты старших курсов, преподаватели, сотрудники Самарского государственного технического университета. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отметить День знаний и начало учебного года. Это один из торжественных праздников учащейся молодежи. И Самарский государственный технический университет, конечно же, готовился к этому дню. Наведен порядок в лабораториях, в аудиториях, в корпусах. И сегодня университет встречает своих дорогих первокурсников в парадной одежде. Берегите свой вуз. Наш вуз уникальный. И самое главное, вот мы работаем для вас. Понимаете, вот этот вот лозунг, который для нас самый важный. Если что-то не так, мы всегда прислушаемся к вам. Я желаю вам, чтобы вы мечтали, потому что все ваши мечты обязательно сбудутся. Но я уверен, что при этом будете и учиться, и работать, потому что вы, надеюсь, наша будущая слава, вы наша будущая гордость. С праздником и всего самого наилучшего. Андрей Алексеевич, вот начался новый учебный год. Что вы пожелаете первокурсникам? Для нас первокурсники самые желанные в университете. И, конечно же, хотелось пожелать им влиться успешно в семью студенческую. И для того, чтобы период адаптации был минимальным, я думаю, им нужно прислушиваться к тем советам, которые им дают деканы. И я думаю, это поможет освоить и учебный процесс, и подойти к первой сессии самыми достойными результатами. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия вообще планируются в этом году и что ждет первокурсников? Первокурсников ждет в первую очередь учеба, вот, потому что правильно сказали, что на первом месте все-таки должна быть образовательная деятельность. Но в связи с тем, что сегодня полноценный специалист – это не только человек, который учится, но и представляет свою многогранную гармоничную личность, то для нашего студента есть огромное количество возможностей. Это и спортивные секции, и кружки, и студенческие клубы, и общественные организации. Поэтому у сентября-октября пусть наш студент освоится, а потом у него есть на любое предложение наше решение, да, поэтому если нет, то такой студент не находит себя, мы готовы реализовать его проект. Поэтому огромное количество предложений и культмассовый сектор, и спорт, и общественные организации, было бы желание, а у наших студентов желание есть. А также слова поздравления первокурсникам сказала Светлана Смирнова, председатель студсовета нашего университета, и Константин Франк, председатель правкома студентов СамГТУ.